Слышал, короче, то, что вот, допустим, кто уехал оттуда и кто собирается увольняться, то завтра будут документы подавать на увольнение. Тем, короче, типа ничего не грозит, все нормально. А те, кто, короче, дальше, те вот со вторым, с нашим будут комплектоваться и отправляться. Ну ясно. То есть не факт, что у вас будет отпуск, да? Ну, не факт 100%. Насчет вывода это. Войск не это, не говорят. Да хуй его знает, наебало вообще на каждом шагу идет. Ты не знаю. Просто Ваня, короче, Ваня разговаривал с полковником ФСБ, и, короче, полкан ему сказал то, что, короче, 7 числа планируется вывод войск полностью из туда. Да это все пиздец нахуй. Ну, возможно, Никто да. ничего не знает нахуй. Чё, большие-то наши начали хоть это работать? Да? Вообще прям нормально так можно. После этого нахуй как все поменялось нахуй, прям нормально прям. Ну, отлично вообще. Поинтенсивнее нахуй прям, блядь. Нормально. Прикрытие прям неплохое создаю, да? Да? То есть уже можно Отлично. поработать нахуй. А что, не как обычно, нахуй. Сначала, Нахуй. блядь, маленькие идут, потом большие работают, нахуй.